Так раз, а я на камеру не играю, да? Не играю на камеру, да? Ой. 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 Надо же кошке, неважно, какого она возраста, тоже поиграть хочется, правда? Правда? Опа. Опа. Уже выжидает. Да. Тик, 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 тик. Сейчас берет игрушку. Ну, играй, чего ты? Играй. У нас есть другой конец, правда, Сирка? Да, вот так. Вот так. Каждому свое, да? Каждому свое. Оп. Оп. Сирка. Слушайте, когти такие уже выросли. Не ешь меня, не ешь. Все игрушки тебе. И риска. Одну какую-то выбирай. Вторую сишкой будем играть. Да? Да. Скажи, сишка, я не буду с ней играть. Не буду с ней играть. А, нашла побольше игрушку, да? Скажи, сишка лежит, чё б с ней не поиграть, да? Да, 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 да. Сишенька.
я тут при чем? Не-не-не, нельзя. Больно. Не, фу, не, фу. Нельзя. Меня нельзя. Игрушки можно, меня нельзя. Так, тихо, это мой рукав. Тихо, нельзя. Фу. Надо вам когти стричь, друзья мои. Да. Все тебе. Ужас, суматоха. Сишка уже, походу, спит, нет? Ой. Спать не дают. Ладно, зайку. Ладно, мой хороший. Ну. Не дают котику поспать, я поняла. Хорошо, ладно. Значит, игра на сегодня закончена. Спасибо вам большое за просмотр. Да, и заняла ее место. Беспардонное существо.